Театр у Нарвских ворот ищет персонажей своих постановок в реальной жизни. Летчик, спасший пассажиров при аварийной посадке, стал критиком спектакля «Маленький принц». В этой постановке «Маленького принца» повествование идет от лица пилота после вынужденной посадки в Сахаре. Да и сам французский писатель, как известно, был летчиком в мирном и военном небе. В этот раз актеры ждали критики и рекомендаций от настоящего пилота. Я тоже был в свое время военным летчиком, потом гражданским. В общей сложности отлетал больше 40 лет. О своем прерванном полете перед залом вспоминает герой Советского Союза Вячеслав Янченко. В 1973-м его рейс из Ленинграда в Москву едва не обернулся катастрофой. На высоте 9 километров командиру воздушного судна сообщили о террористе с бомбой на борту. Взрыв произошел через четверть часа. Снизиться за это время удалось до 150 метров. Самолет был не полон пассажиров. 54 пассажира было всего. И они были по центровке расположены, что на передних креслах никого не было. Взрыв произошел за кабиной пилотов. Вся взрывная волна пошла как бы через голову, и, к счастью, никакой царапинки ни одного никого не было. Не каждый раз обычный человек, который покупает билеты и приходит в зрительный зал, получает вот такое удовольствие встретиться с человеком легенды. Художественный вымысел мы хотим поддержать реальным мнением реального исполнителя. С подбором гостей под образ литературных героев трудностей художественный руководитель не видит. Отныне сценическое воплощение произведений будут дополнять вот такие особые зрители. Театр у Нарвских ворот намерен показать аудитории, за каждым подвигом в книгах стоят реальные жизни.